Белый, потерялся. Ты с выставки, что ли? Ты с выставки? Ай, красавец какой. Красавец. Красавец прям. Красавец. Покажи нам, где выставка. И снова всем доброго времени суток. Смотрите, какая красота. Дорогие подписчики и гости, заглянувшие на мой канал. Мы в парке находимся. В Караганде у нас сегодня 1 июня. День защиты детей. Но мы еще до парка не добрались. И мы здесь на выставке служебных собак. Гинекологический центр служебных собак. Идем на нее. Просто хотела показать, как у нас зелено. В парке красиво. Тополя, правда. Вот идем. Я думала, здесь внутри будет. Нет, не внутри. Где-то там, по-моему. Сейчас посмотрим. Регина? Штирик. Немецкая шарка, наверное, будет. Немецкая, бельгийская овчарка, спазе, лабрадор. Бельгийская овчарка, они говорят, ну, не собак. Да, слушайте, на все деньги. Здесь, наверное, все умные, да, у вас? Да, здесь дурных не держат, да. Ну вот, ждем. Ждем, ждем, ждем. Телевидение пришло. Мы уже его видели, да. Мы у него спросили, где вы находитесь, он нам показал. На вокзалах он сейчас работает. Первую работу, честно говоря, делают. Выявляют же все-таки они преступления. Интересно. Наука согласен с вами. На содержание собак государство выделяет, ну, покормить там мясом. Государство собак. Хоть выделяют. На гособеспечение, да? Проще говоря. Просто 25 лет выходим на пенсию, а не 8. 8 лет уже все, да, на пенсию? Старая. Конечно, уже старая, да. Вот они пошли. Лабрики один или два приехали? Один. Один. Вот, бельгийская овчарка. Зовут Берта. Будет. Давайте как-то так, чтобы все препятствия слышали, да. Берта. Расскажите для начала вообще, где служат бельгийские овчарки, где их применяют на службе, как их воспитывают. Здравствуйте. Это моя служебная разная собака по кличке Берта. Она работает со мной уже 4-й год. Мы с ней проходили обучение в городе Алматы. Вот там я обучался с этой данной собакой. Со щеночков, да? Да, с щенячьего возраста. Она со мной щенячьего возраста. Работает она по взрывчатым веществам. Так, и я вам покажу сейчас полосу препятствий, послушание ее и общий курс к дрессировке. А вот смотрите, она работает по взрывчатым, да, веществам. Существует мнение, что собаки, которые работают с поиском взрывчатки, их специально натаскивают на взрывчатку, и это очень опасно для их здоровья. Это действительно так? Нет, это не опасно. А расскажите, как вы их обучаете искать? У нас есть имитатор, то есть имитатор взрывчатых веществ, запах. Вот мы даем им запах, чтобы они этот имитатор как с настоящим запахом схож. Это игрушки, мячики, да, или что? Да, игрушки, мячики. То есть. Разные методы есть. Разные пищевой, методы. Игровой метод. Вот. Ну все, давайте я вам покажу прохождение полосы препятствий. Пойдем. Нас не пускают туда. Я одобрение ждем. А я хорошо сделала, да? А я умница.
Ай, молодец. Ай, молодец, какая молодец. Гордая такая. Молодец. Молодец, красавец. Берта умница. Ай, молодец какая. Это полоса препятствий, видели вы. Теперь сейчас я вам продемонстрирую общий курс дрессировки. Где-то ко мне. Команда рядом. Рядом. Рядом беру. Поправься, говорит. На ходу. Это был общий курс дрессировки. А можете подсказать, а что у вас за... Вот еще одна. Добряка. Ой, это видно. Там злая. Следующая красавица. Ай, ты Порода лабрадор. Полтора года. Щенок еще обучается до сих пор. По наркотическим веществам обучается. Служит со мной больше года. Вот. Это он считается школьник? Да, я школьник. Да. Скоро закончится. Сегодня выписной. А ЕНТ уже сдал, да? Сейчас даст. Сейчас даст. Погоди, камера. Болды шығарыр. Бұл алдын еді. Әдам. Әсет, бұл ал. Аджақтама. Травочки хочет она покушать. Травочки. Ай, молодец. Подготовка. Для задержания преступников собака предназначена. Собака по кличке Блэк на антитеррор, задержание, штурмовой. Молодец. Ай-яй-яй, не видно. Хорошо, молодец.
Красавчик. Эй, собака! Бельгийская овчарка тоже. Она как-то немного крупнее, более массивная. Кто знает, злодей? Все, все. Все, все, всех с ноги. Успокойся. Понравилось вам? Да. Подскажите, у нас есть в вашей кинологической службе собаки-спасатели? У нас нет, да, спасатели? То есть, ваши только служат. Да. Да? Они тоже служат, но у нас именно. Дом защиты детей. У нас, между прочим, вот эти наши мероприятия совместные, они только не первый раз. В этом году мы проводили такие мероприятия в школах. Когда приезжали наши вот коллеги, да, кинологи, ребята с собаками, мы проводили, также показывали детям ответственное отношение к животным и службу, которую несли собаки, да, рассказывали, делились своим опытом, знаниями. Ребятам было очень интересно. Спасибо большое. Тоже, собаки есть, как с ними в дальнейшем можно заниматься. Ну, это всегда мотивирует всех нас, чтобы... Спасибо огромное, ребята. Буду ждать вас еще теперь 23 июля, но я сообщу. 23 июля, потом здесь в Партизанском небольшом фестивале «Добра». Да, вот здесь на площадке будут. С вами, как обычно, будут еще наши кинологи, которые будут показывать ОКД для мелких и крупных собак, для обычных людей. Ну, то есть будет бесплатный дрессировки стартовый, типа консультации по ОКД. Такие маленькие, такие колесики, такие колеса, такой хороший, колесенько. Лично я больше всех лапок лично достается. Ну вот самые злостные собаки прошли, показали свое мастерство. И теперь всех запускают. Интервью дают пятому каналу. Самая добренькая, 1,5 года. Ой, какая хорошая. Ай, какая добрая, хорошая собачка. Но ищет хорошо. Ай, молодец. Радуется. Хоть не в вольере. Или как это происходит? Детство. Да, щенка. Вообще обучается щенка. Но хорошо, это щенки, просто вы можете взять с любого пятки тех собак, которые уже служили. Нет, нам специально Алмата выдает. Потом схватит. Начальство запрашивает, допустим, сколько собак, какие породы нужны. И стараются, наверное, у тех, у которых потомство тоже будет. У нас все на котики. То есть щенков тоже же по каким-то качествам должны отбирать, да? А если человек со своей собакой захотел? Взял щенка просто в любом питании. Я не знаю, у нас как, ну вообще военные, которые военные. Ну, это было 3 собаки, у них только служебные, показали, что могут. В общем, уже всех увели, осталась вот самая молодая, слабая, добренькая лабрадорчик. Пойдемте, кто хочет на общее фото с собакой. Так что на этом все, будем прощаться. Подписывайтесь, кто не подписался, и вы увидите интересные события, которые приходят у нас в Караганде, происходят. Ну вот сейчас фотосессия, детишки, с лабрадорчиком. Ну всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Всем любителям собак, кто досмотрел это, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, всем отвечу, все комментарии читаю, всем отвечаю. Вот, ребята разрешили показать, как они приехали. А, вот это вот самая злюка, которая была, вот это самая добрейшая, а вот это умнейшая. Молодец. Все. Спасибо. До свидания. Подписываемся на мой канал.
Спасибо.